Одну из главных наград Кубани Елена Веснина получила по окончании полуфинального матча Кубка Федерации по теннису «Россия-Германия», который прошел в Сочи в Академии тенниса, расположенной в Олимпийском парке. За выход в финал самого престижного командного турнира россиянки в упорнейшей пятиматчевой схватке победили немецких теннисисток 3-2. Причем решающий вклад в победу внесла именно Веснина, которая принесла в паре с Анастасией Павлюченковой решающее третье очко сборной России, выиграв парную встречу у Сабин Лисицкий и Андрея Петрова. За перипетиями матча с трибун Академии тенниса наблюдали президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, министр спорта России Виталий Мутко, вице-губернатор Николай Далуда, многочисленные участники Международной конвенции «Спорт-Аккорд». После окончания встречи министр физической культуры и спорта Краснодарского края Людмила Чернова вручила Елене Весниной медаль за выдающийся вклад в развитие Кубани первой степени. А все участницы матча получили из рук министра памятные сувениры. Финал Кубка Федерации по теннису пройдет в ноябре в Праге. Россиянки сразятся за победу в турнире со сборной Чехии, которая накануне разгромила француженок 3-0.